Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала. Сегодня мы поговорим о микроволновой печке, которую я купил в магазине ДНС. Фирма Ролсон, модель МГ-177-0СПБ. Итак, давайте ее откроем. Микроволновка была куплена, потому что я, как уже ранее говорил в одном из видео про надувную кровать, я заехал на съемную квартиру, в которой не было где спать. И в ней также нету микроволновки. Поэтому ее пришлось купить. Скрываем. Микроволновка сама стоит 4390. Рассматривался вариант до 5000, и это мне понравилось больше всего. Итак, на секундочку прервемся, я достану и продолжу съемку. Итак, продолжаем, посмотрим на ее основные характеристики. Питание от розетки. Потребляем мощность 1200 Вт, выходная мощность 700, мощность гриля 900 Вт. В данной микроволновке можно менять мощность нагрева. Потом идет у нас режим самой микроволновки, разморозка по весу. Вы нажимаете, задаете вес и нажимаете старт, разморозка идет. Имеется гриль, для него отдельная кнопка. Два режима комбинированных. Это что-то между грилем и самой микроволновкой. Экспресс. Нажали, задали вес продукта, и он начинает быстро приготавливаться. Память на 10 режимов. Разморозка по времени. Можно запрограммировать, сколько он будет размораживаться и когда включится режим разморозки. Так как здесь есть часы, встроенный таймер и всякая фигня. Итак, я ее установил на ее место, где она будет постоянно у меня теперь стоять. А это супер винтажный холодильник со времен Сталина. Открываем, смотрим дальше. Имеется какая-то пленка бесполезная. Сам гриль. Достанем его аккуратно, чтобы ничего не разбить. Тут нам потребуется ножик. Так. Сама тарелка для разогрева. Кстати, данная микроволновка очень компактная. Внутри у нас еще имеется инструкция на русском языке. Она нам больше не нужна. Она будет разбираться и так. Тарелку установили. Достаем гриль. Гриль мы потестируем попозже. Ставится он как-то так, и на нем что-то жарится. Непонятно что. Уберем его пока. Данная микроволновка приобретена для того, чтобы разогревать еду. Потому что до этого неделю я разогревал вам, вы не поверите на чем, а вот в этой железной чашке. А когда в ней разогреваешь, ощущаешь себя каким-то, блин, заключенным. А теперь мы берем мою любимую тарелочку с налитым борщом. Борщ, кстати, шикарный просто. И ставим ее разогревать. Так. Мощность. Средняя. Нифига непонятно. Микроволновка. Минута-две. Старт, поехали.
все крутится, все работает. Сейчас я наемся борща и буду очень сыт и доволен. Всем спасибо за просмотр. Ссылка, где я купил эту микроволновку, будет в описании. Заказывайте и забирайте ее в магазине ДНС. Отличный магазин. Хорошие консультанты и отличные товары. Ставьте лайки, кому понравилось видео. И до новых встреч.